В повседневной жизни едва ли многие из нас задумываются о процессах искусственного охлаждения или о том, что требуется для того, чтобы мы смогли наслаждаться охлажденными продуктами питания или прохладой кондиционируемых помещений в жаркую погоду. Другими словами, мы воспринимаем охлаждение как нечто само собой разумеющееся. Однако, как специалист сектора холодильной промышленности, вы осознаете, насколько технологически сложными являются процессы охлаждения. Для того, чтобы обеспечить оптимальную работу холодильной системы, требуется корректная настройка давления, температуры и многих других параметров. Вы уверены в том, что заказчик получил ту производительность и эффективность холодильной системы, за которую он заплатил? Налоговые коллекторы по-прежнему широко применяются при проведении сервисного и технического обслуживания холодильных систем. Тем не менее, аналоговый метод сопряжен с рядом сложностей и высокой вероятностью ошибок измерений. Считывание показаний давления усложняется из-за колебаний стрелок манометра. Интерпретация значений температуры насыщения, точное считывание данных с таблиц, неточные трудоемкие замеры температуры и, наконец, ошибки при расчетах – вот неполный список недостатков аналогового оборудования. Выбирая аналоговый коллектор, вы выбираете возможность видеть лишь то, что произошло недавно. Вы не можете наблюдать за процессами в реальном времени. Точный расчет параметров перегрева и переохлаждения и оптимальное количество хладагента являются ключевыми факторами. В случае некорректной настройки этих параметров, система будет расходовать большее количество энергии, в то время как производительность будет ниже ожидаемой. Кроме того, компоненты системы подвергаются большей нагрузке и, как следствие, быстрее изнашиваются. Ожидания заказчика не оправданы ввиду непредусмотренных расходов. Вам все чаще приходится выезжать на объекты с целью повторной настройки холодильной системы. Не следует забывать, что непоправимый урон может быть нанесен в том числе и вашей репутации хорошего сервисного специалиста. Как показали результаты проведенных в США исследований, причиной некорректной работы 2/3 холодильных систем является излишнее или недостаточное количество заправленного хладагента. Как следствие, системы работают неэффективно или могут выйти из строя. Аналоговые технологии отнимают много времени, сложны в применении, подвержены ошибкам, отличаются высокой погрешностью. Сделайте шаг из ледникового периода аналоговых приборов в эру цифровых технологий. Электронный манометрический коллектор Testo поможет вам в повседневной работе благодаря таким преимуществам, как высокий уровень точности, воспроизводимость результатов измерений, удобство в применении и отсутствие ошибок. Заправка системы хладагентом станет для вас простейшей задачей. Подсветка дисплея дает возможность считывания данных при плохом освещении. Такие важные данные, как параметр перегрева и переохлаждения, будут выведены на дисплей цифрового манометрического коллектора теста в режиме реального времени. Вам больше не придется беспокоиться об ошибках при расчетах или неправильном считывании данных при сверке показаний с таблицей. Теперь вы можете напрямую наблюдать за текущими процессами и считывать температуру испарения. При более внимательном изучении аналоговых технологий вы можете невооруженным глазом увидеть все потенциальные источники ошибок, которые могут привести к 20% отклонению от фактического значения. В современном мире сложно представить инструментарий сервисного специалиста без цифрового измерительного оборудования. Оптимальная и надежная настройка системы требует качественных измерительных технологий. Теперь вам потребуется всего один измерительный прибор. Помимо регистрации давления и температуры, а также расчета параметров перегрева и переохлаждения, Testo 550 можно использовать при вакуумировании системы и проведении теста на герметичность температурной компенсации. Еще больше удобства дает выбор одного из 39 хладагентов, заложенных в память прибора. Измеряйте температуру и давление в режиме реального времени, проводите точные расчеты и одновременно заправляйте в систему хладагент. И все это с помощью всего одного прибора. Проверьте цифровой манометрический коллектор теста на практике. Убедитесь в его быстродействии, легкости в применении, надежности и точности. Цифровое измерение – эффективное решение.